Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasam.ru. Давайте я вам расскажу, какая обстановка в Дубае, в Эмиратах, вообще что здесь происходит сейчас. Прежде чем смотреть это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и не забывайте, у нас есть телеграм-чаты. В телеграм-чат о Дубае, то есть подписывайтесь, ссылочка будет под этим видео. Если кому нужна покупка недвижимости, тоже ссылочка будет под этим видео. Почему это интересно? Потому что, во-первых, в Дубае очень классная, очень спокойная обстановка. Никаких конфликтов, там русских, украинцев и тому подобное, и близко нет. Сюда люди приезжают отдыхать, зарабатывать, жить в комфортных, хороших условиях. Страна ни в какие блоки, ни в какую политику не лезет. Ребята, приезжайте, тратьте деньги, мы вам рады, ну, как и любая, в принципе, нормальная страна. Приезжайте, тратьте деньги, оставляйте, чтобы у нас в стране были финансы, чтобы все хорошо развивалось. Пожалуйста, мы вам рады, как туристам, так и инвесторам. Здесь очень много, например, привлекательных программ при инвестиции в недвижимость. Вам дают резидентскую визу, например, от 750 тысяч дирхам, где-то 205 тысяч долларов. Пожалуйста, можете жить, ребята, покупайте. В комплексе вам гарантируют доход 10% за 3 года, то есть управляющая компания сама может сдавать. Именно 10% годовых. Пожалуйста, хотите, сами сдавайте. Хотите, живите сами. Если будете сдавать сами, доходность гораздо выше. Но вот здесь можете в Дюксе посмотреть стоимость номера и как раз поймете, почему вам гарантируют эту доходность. В договоре прям прописано. Компания вам платит 10% годовых. Остальное, что она заработает, они забирают себе. А здесь очень отличная территория. Вот за мной. Пожалуйста, вот такая зеленая территория, вот там пляжный клуб. Вот только что я как раз гулял по улице, по набережной, большой променад. Все подробности есть в телеграм-канале. Подписывайтесь, инвестиции в недвижимость, где рассказываю, там все это подробно расписано, написано. Можете задавать вопросы, Антон ответит, владелец этого чата и сайта Home in Dubai. Фрилансерам, кто зарабатывает там от 5000 долларов, пожалуйста, дают резидентскую визу. Ребята, работайте у нас онлайн. Живите, тратьте деньги, развивайте нашу страну. Это очень-очень-очень классно. То есть Эмираты открыты. У них тут очень классные, кстати, налоговые планирования. Для, например, айтишников, для бизнеса. Все сделано для того, чтобы, например, айти-компании сюда приходили, переносили бизнес. Ну, смотрите, отдельно про это будет следующее видео, если кому это интересно. Релокация бизнеса, какие тут налоги, как айтишнику, как получить резидентскую визу. Я дам ссылочку, контакты человека, он вам все подробно расскажет. А вообще, конечно, потрясающие виды. Дубай один из самых современных городов, очень подходит для жизни. Но что самое главное, ой, никогда никаким санкциям не присоединяется. Ребята, пожалуйста, вкладывайте деньги, покупайте, развивайте наш город, перевозите сюда бизнес. Мы только рады вашим деньгам. Поэтому очень много русскоязычных в последнее время как раз купило здесь недвижимость, апартаменты, элитную недвижимость. По ковиду. Какая тут обстановка по ковиду? Вот знаете, есть официальное правило, может его уже скоро отменят, нужен там сертификат о вакцинации, либо ПЦР-тест, сделанный за 48 часов по прилету в Дубай. Вообще никто ничего не посмотрел, не спросил. Поставили же там в паспорте все. Также здесь, ну, нигде никаких масок, ничего не спрашивают. Ну, вот я, например, хожу, да, в кафе Starbucks, официанты в маске. Но ты заходишь покупать кофе, пожалуйста, заходите, я никто слова не скажет, это Дубай Марина, то есть центр Дубай. Это район Дубай Марина, недалеко есть пляж, и он очень популярен среди туристов. Я люблю вот здесь вечером погулять, потом днем сходить на пляж через это место. Также в торговые центры захожу и на Palm Jumeirah, везде никто нигде эти маски не спрашивает, то есть никому они не нужны.
Опять же, ну, кто-то говорил, что ребята знакомы, да, где-то в закрытых помещениях просят надеть маску. То есть, в принципе, все создано для комфортного, хорошего отдыха. Единственное, что, ну, погода, например, если вы едете летом, вот я как раз вышел с утра, уже где-то после, ну вот, во второй половине мая, уже после 10 становится жарко. То есть очень жарко. Вот, в тени отлично посидеть. Допустим, где есть тенек, где есть кондиционеры, можно поработать. Кстати, классное время. Я с утра, допустим, пошел на море где-то полвосьмого, и вот часов с 10 начинаю работать в закрытых помещениях, либо в кондиционере. Днем время многие проводят либо вот на таких открытых террасах в тени, либо просто в помещениях с кондиционером. Здесь много очень классных кафе, допустим, на той же Дубай-Марине. И очень классно выйти на закате покупаться, так как уже прохлада. Днем очень-очень-очень жарко. То есть, если вы едете конкретно отдыхать, там не инвестировать в недвижимость, не работать, не переезжать, то, наверное, ну я вам даже не наверное, а рекомендую выбирать для отдыха в Дубае, в Эмиратах не лето. Апрель, март, отличная, хорошая погода. Там октябрь, ноябрь тоже хорошая погода. Это время как раз подходит для отдыха в Дубае. Вообще, что здесь происходит? Ну, а Дубай, одна и Эмират, одна из самых развитых стран мира, одна из самых безопасных стран мира. На улице все очень чисто, спокойно, много небоскребов. Да, даже если честно, говорить-то что-то много не хочется, я лучше покажу виды. И, ну, отличная, замечательная страна вот для жизни, если коротко. Потрясающие виды. По каждому аспекту будет подробное видео, например, об уровне жизни, как получить резидентскую визу, о трудоустройстве, возможности трудоустройства, о зарплатах. Поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить это видео. И анонсы видео также будут в нашем телеграм-чате. Тоже подписывайтесь. Ну все, всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт визсам.ру. Если вы в Дубае, в Эмиратах, то, может, увидимся. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.